Друзья, всем привет! Благотворительный фонд «Польза» в этом году, как и в прошлом году, нуждается в вашей непосильной помощи. Мы запускаем ряд благотворительных проектов, поездки в детские дома, поздравления детей с Новым годом и, конечно же, нужна ваша помощь. Нужна помощь каждого. Почему? Потому что, может, в последнее время сложилось такое впечатление, что у «Пользы» все хорошо, все все время участвуют во всех ее мероприятиях, очень много людей и так далее, И многие подумали, ну а что я? Я такой маленький человечек. Я там чуть-чуть помогала раньше, наверное, мое участие уже не такое важно. Нет, очень важное, потому что когда так начинают думать все, в конечном итоге не получается ничего. И сейчас так и произошло, то есть очень маленькое количество людей на сегодняшний день нам помогает. И именно ты, именно твоя помощь сейчас очень нужна. Как волонтера, как помощника водителя, который отвезет, довезет в детские дома детей, даже если это не будут твои расходы на бензин и так далее, Просто нужны водители, которые будут возить волонтерам в детские дома. Также нужно, чтобы, может быть, ты какой-то вопрос решил в Петербурге, из одной части города в другое что-то отвез, привез, встретился, получил. Информационная помощь, конечно, нужна, чтобы ты в своих социальных сетях, в WhatsApp, в мессенджерах, везде разместил информацию о том, что такой благотворительный проект и нужна помощь. То есть сам у тебя не получается финансово или своим физическим участием, помогай информационно и так далее. В общем, нужна помощь, времени очень мало. Давай сделай это прямо сейчас. Если есть какие-то вопросы конкретно по проектам, что, как, зачем, почему, пиши мне в Телеграм или Полине в Телеграм. Рядом с этим видео я, соответственно, контакты дам. Вот, слышали? Это звоночек. Это звоночек, что нужно делать все прямо сейчас. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Счастливо. Пока-пока.